Ну, отъезжаем от Цеза. Не знаю. Сейчас каких-нибудь змей найдем, попробуем. О! Змеи-поклонники. Змеиная жрица. Рыцарь-анаконды. Ну, все. Давайте, змеи-поклонники, нападайте. Что-то они как рванули, эти змеи-поклонники. А тут еще есть убийцы из культа змей. А, с виду такая баба, ничего. Атаковать всеми силами. Так, лучнички. Рассредоточиться. Конница верхом. Ползите, ползите. Змеи, поклонники. Спешиваюсь. Беру свой хандер этот. А кому я там урон наносил? Лучники. Наступать. Ждем, когда они будут форсировать эту канаву. Ну давайте еще наступайте. Надо, чтобы вы доставали до них своими стрелами. Чтобы они не стояли на месте. Наступать. Давайте. Стреляйте. Как только полезут в канаву. Талдиран уже кого-то попал. Вот бы его садить с этого коня. Все, как только они вылезут с канавы, пойдет вперед конница. Пехота. Атаковать. Конница. Атаковать. Ха-ха-ха. Наконец-то. Что там у нас? Эх, задумали. Обойди, что не лучница? Почему она не стоит? А, она пехота, пехота. На, я же их в пехоте оставил. Атаковать. Все.
Да, один убит, 4 ранено. У них убито 38, ранено 4. Ну, вот то, что я ранил, и все. Ребятки нам не помогают. Не помогают пока что. Пока что не помогают. Топхельм кобры. Ну, кто у нас? Бадис будет в топхельме кобры. Рукавицы, тяжелая укороченная боевая коса. Неплохо, неплохо. Что мне эти змеи начинают нравиться. Уйти. Угу. Не надо бодиться, вот этого думать ничего. Скандалить не надо тут. Пока что не надо. Да, где ты там есть? На тебе шапку сейчас я тебе дам. Говорить на твое снаряжение. Вот тебе шапка. Вот тебе кольчужные рукавицы. Все. Я понимаю, что это не та шапка, на которую ты рассчитывала, но... О, ну что, она идет в твоей зеленой юбочке. Значит так, Сирейн, поговорить на твое снаряжение. Вот тебе рукавички. Все, назад, неважно. Готово. Где-то здесь еще какие-то кобры были. Где-то куда-то они делись. А вон они, за деревом прячут. Убийцы из культа змеи. Ну, такая же самая бригада, чуть-чуть меньше, ну тоже. Рыцарь анаконды, змеиная жрица. Сейчас мы их догоним и тоже побьем. Угу. Ну да, ты ожидала чего-то посложнее, чем драка с нами. Что может быть сложнее, чем драка с нами? Для тебя сейчас, в данный момент. Сосредоточиться. Конница верхом. Такого. Умница, а такого. А такого. Ну уже затянет он дух. 30 человек, и мы будем сейчас тут стоять еще целый час. Как они соизволят. Алистер.
нам не подходи, нам не подходи, а то зарежем. Сэр Алистер зарежет вас своей этой дубиной, кирпич привязанный к палке. Еще один крестьянин. Готово. Управление инвентарем. Ну, тут сбалансированное черное железное кобье. Ну и что? Ну зачем оно нам? Будем продавать. Уйти. Ну хватит. Вот тут порастраивайтесь, это лучше, это и все, голову мне не морочь. Едем в Витас. Сэрэн. Где у вас идти не погладь, вы везде расстраиваетесь. То не так, и это не так. Все, приехали в Витас на торговую площадь. Торговец оружием. Вот мы сейчас тебе полнутое черное, железное. Все это продадим, треснутое, сбалансированное. 740 копеек. Назад, в таверну. На всякий случай. О, тут есть сифт. Может, тут какой-то пьяница еще есть. Угу. Пленники есть на продажу. Да? Вон это змеи, и так, короче, вот так вот. Да я ж только что тебя, наверное, спрашивал, что ты могла узнать. Недавно я тебя спрашивал про твои. Ну едем теперь куда? В Сальон. В Сальон. О! Файергвентанир. Патрулирует. Патрулируйте. Точно, мы вытас в Сальон собрались. О, а тут Эгрим пожиратель. Некоторые бойцы готовы к повышению. Наемный всадник. Вековийский рыцарь. Хорошо. Крестьянин, пендерский новобранец, вековийский рыцарь, самый верх. Что-то надо посмотреть, что из себя представляет этот вековийский рыцарь. С виду-то он такой ничего, а на самом деле что там? Расскажите мне о себе. Ну такой себе вековийский рыцарь. Если, наверное, их много, то это, наверное, хорошо, а если их мало, то равенстернский сингалийский всадник. Ну, так вот, где-то так. Вот то. Игрок у меня 20 уровня. Еще 10 уровней, чтобы садить этого литлдирана с коня. Вот эти ездят. Седонисы, шмидонисы. Берем тяжелый большой. О, у нас тут есть и эта фигня. Дробящий стальной PLX. Берем. Конечно. Это совсем не то, что у сэра Алистера. Но пригодится. Уйти. Так, кому ж мы дадим, сэр Рейн, сэр Алистер, Дис, Юлия и Дис у нас, чем там Дис оперирует, а, наверное, это этим дубиной, Ансен, Донжа, Лесли, Алиса,
Алиса, поговорим с тобой, Алиса. Ну, твое снаряжение, вот тебе, Алиса, дадим хороший. Хороший. У тебя плохое, а мы тебе дадим хороший. Вот такой вот дадим. А плохой мы продадим сейчас. Угу. Там оружие продадим за 30 копеек. Так, тяжелый большой. Положим здесь. Можно было бы, конечно, забрать уже. Да не, не будем ничего никого забирать. Поедем. Посмотрим. Все-таки на замок Келлидан. Что там с ним, с этим замком? Побили они хоть немного там? Да никого они здесь не побили. Поедем в Авендур. В Авендуре давным-давно не были. В мародерах культа смерти, разоряющий земли во имя Азиддахаки. Может быть, какие-то мародеры культа смерти что-то разоряют где-то. Как нас это касается, не понимаю. Нансен переходит на 11 уровень. Нансен, поговорить с тобой. В твоих навыках. 15, Нансен. Хирургия, перевязка 119, готово, не важно, наемный скаут, наемный всадник, персидская валькирия, пендерский бронированный, сингалийский всадник, пендерский легкий, все, надо кому-то при это самое. Ну, наниматься наемником. Ну, сейчас ездим в Авендор и будем думать, кому наемником наниматься. Потому что, ну, содержать такую армию, 6 тысяч каждый раз отдавать, смысла нету. Было 70 с лишним тысяч, осталось 68. Караван кого-то разобрали. Кого же не разобрали? Так и не заметил кого. Ну да ладно, не важно. Наверное, культ Азиддахи. Или Дахаки. Так. Посетим таверну. Кто у нас тут? Садник изгой. Скальд Свенджин. На торговую площадь торгует оружием. Тяжелый большой, клевец военный, тяжелая кувалда. Нет, это мы брать не будем. Назад уйти. Итак, ну вот теперь надо подумать. Ну, смотрим, дешар в порядке. Значит, империя. Империя пока что держится. Царлю. Захватил Пинсбрюк. Я их схоль. Эти, как их? Фирсвейн. Я не знаю, за кого зайти. Даже просто сейчас посмотрим. Фракция. Фирсвейн воюет. Ни с кем. Царлю. С империей Бакус. Равенстерн. Ни с кем. Дешар. С империей Бакус. Империя Бакус. С Орлеоном. И с Дешар. Ну, я не знаю. Ну, я не хочу за Орлеон сейчас, короче, это самое. В принципе. Могу, конечно, за империю Бакус тоже не хочу, потому что мне нравится мне эта империя, короче, там какие-то они мне не нравятся мне эти, эта империя, поэтому не хочу я за нее. Там, о, стражница. Хорошо, стражница торгуется оружием, стражница, это хорошо.
Отличный пендерский большой. 50-30. А у меня отличный цвайнвахер. А, пендерский большой. 85-152. А здесь 80-158. Пендерский большой. Отличный. Не, ну цвайнвахер пусть пока будет. Сингалийский, сингалийские стрелы. Берем сингалийские стрелы. Тут уж как написано. Назад, уйти. Ну и едем в Пинсбрюк. Или как он там называется? А, Валенбрей. Валенбрей. Таверну. Не знаю. Молодой дворянин Дешар. Yes, good sir. Well met. Ну, беру я за 880 копеек молодых дворян. Торговую площадь, торгуют с оружием. Угу. Бронебойные нет. Сингалийские. Берем сингалийские еще одни. Ну, уже будем смотреть, кому там дать, кому не дать, что там дать. Что там у нас еще в этом Валенбрее есть? А, у нас здесь есть же сундучок. И заходим мы, короче, посмотрим, что там у нас в сундучке. Смотреть город. Сейчас смотрим сундучок свой. Может, что-нибудь там из найдем. Кое-что мы положим. И будет видно уже. Все это здесь ходит, шарится около нашего сундука. Он шляпу одел на этот раз, чтобы мы его не узнали, а? Такую всякую, или такую. Сундук. Да, мы здесь были. Цвайнвахеры, швайнвахеры тут, турнирные копии, отличный лук Дешар. Комплект сингалийский, отличный лук Дешар. Не знаю, отличный лук Дешар. 24, а мне там 25. Нормально. Вот это значит не скинем туда, это мы возьмем. А это мы положим сюда. Ну, сингалийские стрелы тоже разбросим. В общем, не знаю, сколько. Это там же шапка у ней хорошая, Буадис. Шапка у них нормальная. Да, Буадис, там все хорошо. Ну а что еще? Щиты эти. Щиты они нафиг не нужны сейчас никому. Сбалансированные дротики. Она же там кидается. Сколько у нее там эти дротики? 12 штук. Не знаю. Сбалансированные. Так. Пусть лежат. Так, все. Уходим. Смотрим. Опять наемный сержант. Я же говорю, что эти наемные сержанты, они помирают как мухи. Молодой дворянин Дешар. Вышел для Талдерана. Все. Готово. Ну поедем, наверное. Сколько нас там? 141. Ну поедем в этот самый, съездим в Виндхольм. Там вроде говорил, где-то Рива есть. Но я так надеюсь, думаю, что ее уже там нету. Ну, на всякий случай съездим, посмотрим. Опа! А, чуть не попал. Под эти, как их там называют? А ну-ка, кто они там такие? А, армия еретиков. Демонический Магнус. Четыре демонических Магнуса, наверное, нам наваляют. Что ж, пыль столбом будет идти. Четыре. Еще одна армия. Эти магнусы достали. Ну ладно. Виндхольм. Таверну. Посмотрим, есть ли там у нас Рива. Дозоры у нас тут есть. Ривы мы тут не видим. Не видим Риву. Все. Торговую площадь. Свайнвахер. У нас есть свайнвахер. Причем отличный свайнвахер будет.
Клеймор, шлеймор. Тяжелый большой молот. Ну, возьмем тяжелый большой молот. Еще один. Все, больше не будем ничего. Только молоты и эти. Ну, как их там называют, штуки на длинных мечах, на длинных ручках. Угу. Колбаса, виноград, яблоки и три рыбы. Вот так возьмем, все. Ну все, разворачиваемся. Едем, наверное, в Дешар. Оба, Фельдсвейн объявила войну Дешар. Это уже интересно. Ну тут бегают эти все вот эти ищущие. Ищущие да обрящут. Ну, бегать за ними, конечно, уже так, что... Это кто у нас? А, Антоний Хан. А, не, с Антонием Ханом нам не о чем говорить. Антоний Хан. Едем где-нибудь поближе к сигналу, может, поймаем сейчас кого-нибудь. Келедан все еще в осаде. Шаадай. Давай, Шаадай, поговорим с тобой. Угу. Ну, я Вент, я лорд Шаадай. Угу. Есть для меня задание? Да. Хорошо, я присоединюсь. Как пожелаете. Мне нужно идти, да. Значит, Цвильсвейн и Империя Бакус. Сальон по нолям. Ну, нормально, чё. Второй караван там какой-то есть, но нам сейчас ни к чему. Значит так, Адонжа, поговорим с Адонжей. О твоих навыках, Адонжа. Значит, Адонжа надо нам, что нам надо, Адонжа? Двухручная, значит, надо сильный удар, щиты, атлетика у нее слабовато. На лошади не ездить не будет, значит, силу мы ей. И сильный удар. И стрельба из лука, и двухручная. Готово. Неважно. Идис. Поговорить с тобой. О твоих навыках, Идис. Ну, у тебя 17 силы тут. Такое. Атлетика. Езда верхом. Сильный выстрел. Дадение оружия. Ну, давай атлетику ему. Лук. Готово на твое снаряжение. Большой молот. Тяжелый большой молот. Щит ему не нужен. Надо было сингалийские стрелы все-таки взять. На пару этих самых. Ему, чтоб было. Наемный всадник. Что-то я ему не дал. Надо было дать сразу. А я что-то так... Искатель приключений. Стражница. Вековийская охотница. Пендерский бронированный. Сингалийский всадник. Пендерский. Тяжелый. Искатель приключений с Дешар и сюда вот. Угу. Готово. Все это готово, и мы едем в Сингал. Почему не надо этим НПСам щиты? Потому что они их не защищают. Когда он носит его на спине, он его не защищает. Это вот героя защищает, если на спине. Так, а этого самого НПСа нет. Для этого надо стражница, работорговец на торговую площадь, торговец оружием, бронебойные стрелы, каленый цвайхендер, 16 тысяч, 57 урона, 80 скорость, комплект стрелы Дешар. Берем комплект стрелы Дешар, даже где-то самое. Плюс 5 к урону, почему бы и нет. Так, назад. Назад, уйти.
отряд. Лесли, Алиса, тоже Юлия. Кто там у нас? Идис, Идис. Поговорить с тобой, Идис. На твое снаряжение. И вот тебе Идис. Комплект стрел Дешар. Вот комплект стрел и стрелы Дешар. Все, 5. Крон, щит, пустынь, торбы. Неважно. С торбой. Не нужен тебе щит. Не будет тебе никакого щита торбы. На торговую площадь торгуется оружием. Щит мы продаем. Щит плохой. Ну, в смысле, у нас есть лучше, если что. Так, все, значит. Ага. И начинаем мы, значит, двигаться, не знаю, в какую сторону. Ну, поедем опять же замок Ильридан, посмотрим, что там. Бомба. Смелый, ловкий, шустрый. Одноногий, однорукий, дубощит, дубоголов, мореход. Ну, я же говорю, все, вся банда здесь. Вся банда этих инвалидов. Эти все осаждают. Все они. Мне лучше, чтобы они избранники Индара. Шанух, священные стрелы, их 104 человека. Рыцарь-отступник, боевой всадник Джат, всадник изгой, ферсвенский воин. Короче, так, все, погнали. Избранники Индара. Попали вы, избраннички. Не-не-не. Куда это вы, избраннички? Там есть какой-то герой Ширузах священной стрелы. Наемный скаут. Сейчас мы их, короче, приговорим, этих Ширузахов. Ну, если они нас не приговорят, конечно. Угу. Ну где они, эти Ширузахи? Ага, вот они. А, Индара. Избранники Индара. Бегут от нас, бегут. У них скорость 3,5, у нас скорость... А, сколько у них скорость? 5,8. Они быстрее нас, быстрее. Так... Это вообще какой-то кошмар. Куда ты ехал, я... Волосатые штаны. На. Получи, Джату. Наши копья остры, наши руки крепки, а стрелы направлены Индаром. Бойтесь нас или погибнете. Угу. Боимся. Боимся, поэтому погибать не хотим. Значит так. Конница. Верхом. Атаковать. Пехота. Атаковать. Лучники. Рассредоточиться и наступать. Я не знаю, можно из этого Шерухана или как его там, Ширазира, выбить этот Куалис. Куалис бы нам очень пригодился. Ну, конечно, не сейчас, но в будущем. Кувалда незаменимая вещь. Что этот меч? Не меч, а кувалда и как дал тоже. Только тапочки летают вверх. Но копьем своим честь. Вот сюда, значит, лучнички. Вот тут. Лучники вот тут держать. Рискую жизнь. Ну, все, я же говорю. Убили нахуй.
кавычках перестал. Ну да ладно, все равно они сейчас оглушен, сэр Алистер. Посмотрим, как наши эти самые. Как наша пехотка сейчас будет. Оба! Сэр Алистер. Интересно, мне просто за ним понаблюдать. Тяжело ему бегать, конечно. С таким весом. Круто. Сэр Алистер. Вот это парень, вот это да, конечно. У него там что-то 400 с чем-то это самое. Древковое. Иди оглушил. Сэр Алистер. А ну-ка лучников надо скомандовать. Вот так. Лучники, атаковал. Сэр Алистер. Иди. На, сэр Алистер. Где ты, сэр Алистер? Я хочу на посмотреть еще. Вот это парень. На. Кто это? Ну да, кушать. С черным щитом за спиной. Погнал, сейчас. Есть, достал штуку. Ну-ка, ну-ка, сэр Алистер. Так, бодис, бодис стреляет. Бодис лучница, все. Бодис лучница надо привести. На. Вот. Сэр Алистер, рыцарь ступник черного сердца. Вот это да. Там мне бы таких человек 5 бы, да? Ты что? Ну вот их надо нас собирать. Там же есть сэр Рейны какие-то. Там все эти, ну как эти, там Джуселины, да. Дерик. Ух ты, фендерский оглушен. Ну оглушен не убит, ладно. На, смотри, на. Где ж сэр Алистер, а он? Да, есть на что посмотреть. Сэр Алистер, это конечно хорошо. А если ему вот это все отобрать, отдать только одну эту, да? Ну щитом он вообще не пользуется. Щит надо у него забрать. Лишний вес, наверное, все-таки больше будет скорость, я так понимаю. Чем меньше вес, тем больше скорости будет бегать. Так, все, тап. Ранено 24 у нас, а у них ранено 18. Сбежал Шерудзах этот. Ну ладно, рыцарь-отступник, Фрейлина из Фельдсвейна. Оставим Фрейлину. Может придется повышать эти самые. Хотя, я же не знаю, может быть... Ну, вообще я не знаю, как это будет выглядеть, если сейчас я ее отпущу, у меня с Фельдсвейном поднимутся отношения. Ну вообще, как это? Непонятно. Значит, тут что у нас? 49, 30, боевой шлем, зазубренный, дротики, шмотики. Всякая фигня, короче. Зазубренные стрелы, аж 43 штуки зазубрены. Металлический рельефный щит. Со звездой. Толстый металлический. Ну, щит можно оставить. А зачем он? Да, нафиг вам нужен тут щит. Металлический рельеф. Уйти. Отряд. Лесли. Поговорить с тобой, Лесли. О ваших навыках. У тебя 15 силы. Сильный выстрел у тебя будет 5. Стрельба из лука, и значит здесь готово. На ваше снаряжение, Лесли, большой молот и тяжелый большой молот. На-ка тебе большой молот, тяжелый большой. Так, что у тебя тут? 33, шапка 50. Ну все, Лесли, да, не важно. Юлия, поговорить с тобой, Юлия, о твоих навыках. 17 сил у Юлии, щиты, атлетика, мощный удар у нее.
Стрельба из лука 150, готово. На твое снаряжение, Юля. Все нормально у Юли со снаряжением. Угу, не важно. Так, где у нас боди? Спаварить. Да. На твое снаряжение. Ну а что боди тебе снаряжать? У тебя тут все в порядке. Комплекс иноджериды. 10 джеридов, 45 урона, скорость 89. Ну ладно, так. Будешь ты у нас все-таки боди с не пехотой, а лучником. И чуть-чуть выше сюда, вот. Наемный всадник, наемный сержант. Я же говорю, наемного сержанта опять убили. Валькирия. Скорый отступник. Ну, опять наемный сержант. Ха. Сколько их не делай, они все... Не, ну, фрейлину с Фельсвейна, наверное, мы все-таки отпустим. Ну, такое дело. Готово. Так, вот мы, значит, текаем от волосатых штанов. Тут у нас, что у нас? Тут воин Ванскерия, тут у нас лесной бандит, берсеркеры. Поедем мы пока съездим в этот самый. С волосатыми штанами мы еще успеем схлестнуться и не раз. Гандер отчаянный. Ты действительно отчаянный, Гандер. Людей у тебя много слишком. Да давайте попробуем Фрелиной Сверсвейна поговорить. Ага. Леди Фурбеза. Вы получаете очки чести. Но с Сверсвейном ничего у нас не изменилось. Вообще ничего. Никак. Сейчас подъедем, посмотрим тут. О, замок Ильдан, империя Бак. Но я с империей Бак все-таки, наверное, поссорюсь после того, как закончу вот это вот дело. 200... Рыцари жилет открыли, открыто бросили вызов императора. Таким образом, в настоящее время орден объявлен незаконно. Их Валиус Харта была аннулирована железного круга. Ага, незаконно. Интересно. Так. Около замок Кнудар. 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 В осаде. Удар в осаде. Бойцы готовы к повышению. Наемный всадник. Может, я и поспешил наняться к этим самым. Вековийский конник. Бронированный. Дешар надо было все-таки не наниматься, а попробовать все-таки взять замок. Ну, в общем-то, сил у меня маловато сейчас. Чтобы сказать, что у меня есть силы, чтобы взять замок, я бы не сказал бы. Так, посетить таверну. Ага. Работорговец. Хотите взглянуть? Рыцарь-отступник. Солюнский пехотинец. Боевый усадник Джату. Ну, хорош боевый усадник Джату. Улан Джату. Налетчик Джату. Кавалеристка. Солюнский застрельщик. Готово. С вами приятно иметь дело. Ага, я с вами как? Так, стражница. Yeah. Хорошо, я беру тебя, стражница. Я беру тебя, стражница. Так. Все эти вещи Джату. Плохо, что этот как-то его Шеруах этот, или как-то его там звать, убежал. Я все-таки хотел бы получить куалис какой-нибудь. С кого-нибудь. Потому что, насколько я помню, когда ты будешь делать свой орден, то там надо будет куалис использовать. Без куалиса, по-моему, нельзя сделать. Так, вот наши девочки работают. Работайте, девочки, старайтесь. Угу. А мы потом придем, заберем всю прибыль. Ну, как всегда. Как всегда. С такими девочками, соблазнительными девочками обходятся. Как всегда. 209. А может, лучше было бы
поссориться с этими сначала. Тут император Мариус сидит. 209 человек. Или Кнудар взять. Тоже неплохо было бы. Это взять. Это мечты. Мечты. Ну, как ты возьмешь? Вот они бегают тут. Толпа. Вон. Сейчас они вас пощит. С кем это они там? Жирный, дубощит. А ну поедем. Кого-то они там бьют все. Опа. Стой. Дубощит. Воин Ванскери, бандит, вор Красного Ярла, Ванскери. Давай-ка это волопа. Попробуем накрыть. Двинуться на помощь. Лорд Шадай с войском. Двинемся, атаковать всеми силами. Лучничка. Значит, рассредоточиться. Конница. Верхом. И атаковать. И пехота. Атаковать. Так, лучники, вот тут будем держать позицию. Лучники, держать позицию здесь. Ну вот они, их берсерки, берсерки. А, черт, не успел. Да, лучники уже не держат вторую раз позицию. Они понимают эту команду, как наступать. Берсерки, берсерки нужны. Берсерка уже нет, их мало было. На, берсерки это из берсерки. Так, закроемся щитом на всякий случай. Так, как-то боком, 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 боком. На. 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 А, черт, один удар. Да, ну ладно. Уже понятно, что эти лучники их не. Так, лучники, атаковать. Пять раненых только.
Да, вот, 9 убито, 8 ранено. Гендерские бронированные, Юлия. На, тащат, тащат, технички тащат, ничего не скажешь. Такой мод, что ты сделаешь? Ну да. Пытается убежать. Какие-то секирщики ферсвейнские, наверное, да, убиты. Что-то у меня конницы не осталось, или что, что они там бегают. Воин убить. Дешар Дервиш Рейдер. Дешар Дервиш Рейдер. Ну да вообще. Пендерский бронированный лучник. Оглушен ударом ферсвейнский воин. Ферсвейнский воин убит ударом. Пендерский бронированный лучник. Ну так вот. Обменялись ударами. И короче так, все. Что мы? Убито 10, ранено 17. А нет, это вообще. Ага, да. Жирный. Вперед. Плен. Мне нравится. Жирный. В плену. С них по 7000 там валится она. Ну с этого, наверное, нет. Так, ну а что мы имеем? Сенгалийских всадников 9. О, соблазнительницы 5 штук. О, берем. Всадников 9. Копейщиков 14. Ага. Все остальное мы оставляем. Не, может у нас есть какой-то мусор, который можно выбросить. Сенгалийский всадник, дервиш, рейдер, рыцарь, отступник, воин, валькирия. Да не, нету у нас никого здесь таких, чтобы можно было. Гвардии, Збранин, Ворец, Метенхаймский, т.т. У нас хорошая армия, готова. Управление инвентарем. Шапочка. Изношенный шлем вождя Ванскери. 48, ржавый фельдсвейский, ржавый длинный фельдсвейский, зазубренный, булава, щиты. О, рыба, рыба. Все, назад. Уйти. Бойцы готовы к повышению. Ну, не знаю, сейчас рыцарь отступник, искатель сквайр отступник, стражница, ликовийская охотница на людей, сингалийский всадник, рыцарь отступник Дешар, вверх. Сингалийская соблазнительница. А ну-ка, поговорим с тобой. Ваши приказы, сэр? О, приятно. А то все, заморская мрязь, заморская мрязь. Соблазнительница тоже. Расскажи о себе. Да, по 250. Вперед. Пошла вверх. Будешь первая встречать гостей. Соблазнительница. Угу. Вот так. И пендерский вниз. Тяжелый, черный. Черный, да. Готово. Итак, не знаю, ввязаться там некуда ввязываться. Поедем в Сингал, сдадим пленных. Так, и дальше будем уже. А, соблазнительница, зачем они? Вот. Лорд Хрейвен. Смелый Хрейвен. Ну посмотрим, может какого-нибудь Хрейвена смелого после Сингала бахнем. Да. Ну, а пока что все.